Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили в микрорайоне Подрезково. Встречу построили в форме круглого стола и пригласили бизнесменов района. Все желающие могли задать интересующий вопрос представителям торгово-промышленной палаты и единого центра поддержки предпринимателей. Мы пришли и нам рассказали подробно о программе субсидирования, какие варианты вообще возможны. Чтобы помочь развитию бизнеса. Сегодня Подрезково наравне со Сходней – одни из наиболее развитых микрорайонов округа по предпринимательской активности. Именно в них сосредоточено основное производство. Чтобы собственное дело развивалось и приносило не только прибыль, но и пользу, в Химках действует несколько программ поддержки бизнесменов. Об этом им также рассказали на встрече. Одна из форм поддержки – это финансовая поддержка, это субсидирование. Существует определенное опасение со стороны предпринимателей в этом отношении, но вот развеять эти сомнения – подсказать, рассказать. Для этого мы берем с собой специалистов единого центра поддержки финансовых специалистов, которые в деталях рассказывают все аспекты, связанные с финансовой поддержкой, с помощью. Встречи с бизнесменами регулярно проходят в едином центре поддержки предпринимателей. На них приглашают экспертов, которые могут проконсультировать и дать рекомендацию по конкретной проблеме.